18 февраля 2018 года. Сегодня такой снежный день. И вот много пришло рыбаков. На велосипедах приехали даже рыбаки. И вот хочу вот такое вот рыбачье место. Так что запомним этот день рыбаков. Сейчас пойду, вот новую лунку делает. Сейчас будем смотреть, что они там. Вот чемодан-то у вас, как классный. Как у Аркадия Райкина чемодан. Вот тут молодой человек сидит. Рыбки наловили? Молодой человек? Нет. Нет? Ну, наловится, не переживайте. Все будет у вас. Вот там много рыбки. Сейчас мы посмотрим, что за рыбка. Вот это удачный рыбак. Видишь? Рыбак, сколько ты у тебя там рыбки? Это какая рыбка? Как она называется-то? Подлещик. А? Подлещик, да? Кослявый? Косточки. Нормально? Любите? Косточки тоже, да? В мешочек можно заглянуть? Там тоже такой же, да? Да, почти. Ой, вообще. Ну, она на вид такая симпатичная. Рыбка хорошая. Так что вот я вам память оставлю. Не надо фотографировать. Да я не фотографирую. Кто не хочет, ничего, того не будем. А кто вы захочет... Вы хотите, сейчас по удочке пойдете? Не, не пойду, я вижу, я глазастая. Да ну, какая удочка, вы что? Дудочка, нужна мне ваша дудочка. Да, ну все, начал это. Развел бодягу. Тихо, мирно все сидим. Никто не возникает. Идет интервью. Так что это самое, запомним этот день, 18 февраля 2018, и пойдет в рекламу. Так что все равно вы от меня не спрячетесь, я в этой стране главная. Поэтому мне уже терять, как говорится, нечего, кроме своих цепей. Вот, сейчас мы с человеком можем заглянуть на вашу рыбку? Ой, тоже подлещик, да? Да. Вот молодой человек, ничего не выступает, дают посмотреть. Вон она как прыгает. Спасибо вам. О, как она прыгает. Ну-ка, давай-ка. Ой, миленькая ты моя, как тебе жить охота? Господи помилуй. Все, уже не может больше жить. Уже все, быстро ей конец. Так что вот. Вот туда и зашла. А сколько это километров от берега? Или говорят 400 метров, да? Не больше? 400 метров от берега? А? Сколько? 4 километра. Да я шла 4 километра от берега. Они сказали 400 метров. Врут? Ох, гады, везде наврут. Вот ваши, да, это тоже подлещик. Сегодня вообще один подлещик, да? А почему есть лещи, есть подлещик? Это такая вот так и название такой рыбы, да? Лещик — это сын леща. А сын леща. Ну, вы знаете, я никогда не ела этот лещ, а вот тут купила. Ну, она большая, мяса очень мало в ней. Только по верху, да? А там у косточек так мало мяска. Ну, ладно, спасибо вам. Так что вот, сейчас я вам всех покажу рыбаков питерских. Это Питер, Финский залив, или как это называется у нас, это место, не Финский залив, а как его называют по-другому, а? Не можете сказать? Да не, его, это у финнов Финский залив, или туда дальше. А это, мне кажется, какой-то, как-то его называют, это, не знаю, по-другому. Не болото ли? Неправильно? А у вас большой. Это тоже подлещик, да? Большой. Наверное. Ой, большой. Какой есть. Да не, у вас очень большой. Супер. Да. А у какого? У какого человека? У того? А, у него, наверное, в мешке он спрятал. Спрятал все. Мешочек. О, какой жирненький. Ой, а сколько крови. Ой, сколько крови. На нем. Еще дышит, несчастный, дышит. Как тебе это сфотографировать-то, как ты дышишь? Да, еще дышит. Так,
Ну ладно, будем еще всех уж вас заснимем и оставим память о вас. Так что вы останетесь в памяти. Вас не будет, а память будет хранить вас. Они вот не хотят, правильно? Самое главное — память. А все остальное — это ерунда. Вот здесь тоже рыбка уже наловлена. А вы не хотите, я вас не буду снимать. Только рыбку. Так что вот, ребятки, сегодня какой день ловли рыбы. День ловли рыбы. Так, вон как я пойду. Мне ж надо вот туда будет. Ну вот сюда разберусь. Так, еще что тут мне заснять? Вот столько. А вы все откуда приехали? Далеко? Местные. Ну вот здесь прямо живете, рядышком. А рядышком, вот люди рядышком живут. Не едут далеко. Молодцы, такой упорный труд. Да, очень упорный. Столько времени надо потратить, чтобы эту рыбочку поймать. Ну, какие дедушки тут сидят. Бабушек нету. Одни мужчины. А когда вы увидите, что она уже там это хочет к вам? Хлюнет. Там начинает леска дрыгаться, да? Я в свое время, знаете, когда была, ну, лет мне, наверное, 10, я наловила таких маленьких рыбочек. Такая счастливая была. Они пришли, когда домой пришла, они взяли коту, все выкинули. Я так плакала, что они мне такое счастье мое взяли и коту скормили. Вот так вот. Что это за рыбу наловила? Ну, ясно, спасибо. Так, вот здесь почти что каждому сегодня здесь повезло. Рыбки. А вы далеко едете? Куда не едем, мы здесь остаемся. Все живете здесь, рядышком, да? Здесь. Местные? Опрос. А? Опрос, у меня сегодня опрос. Потому что такой удачный день, это чтобы заснять вас так много. Это же мне просто плюс моему каналу. Так что вот тут рыбки тоже много. Видишь, они разного размера. Есть и малышки, есть и побольше, да? А самый большой сколько размеров примерно? Тонна. Тонна. Не, тонну вам не унести, тонну. Это много слишком. Так, вот сказали, что здесь как раз это такое место сейчас, как бы идет рыба, да, правильно? Косяк рыбы. Так, вот так вот. Ну вот, сколько там я минут уже снимаю? Угу. 8. Ну что тут, еще идти к ним или не идти к тем рыбакам? Вот так вот. Сегодня какой хороший для рыбаков день. Долго ждали льда. Очень долго не приходил. А когда лед первый пошел, первый лед образовался? Давно. Ну, примерно. Не можете сказать? А? Не знаете? Сейчас у других спросим. Потому что очень-очень долго ждали этого льда. Никак он не хотел замерзать никак не хотел. Так, а куда же я выхожу? Вот я туда выхожу, то я туда уйду, а мне туда не надо. А когда первый лед образовался, не помните? Я в этом году по первому не ходил. Ну, примерно хоть когда он, потому что мы же долго этого льда ждали. Я не скажу. Да. Но после Нового года. После Нового года, вот видите, так точно не помнится, да? Ну, во-первых, я не ходил на рыбалку. Ага. Некогда было. А, некогда, да? А так вы любите, да, рыбачить? Ну, так, да. Да? А вы что-нибудь поймали сегодня? Нет. Еще нет, да? Ну, два маленьких судачка. Судачки все-таки? Я ходил на судачков, сюда только пришел. А. Судачков-то отпустил. Угу. Малышки, да? А я видела
судака, что ли, да? Наверное, знаете, какого большого размера? Он, знаете, куда заплыл? В этот ЦПКО парк. Вот туда заплыл, и, конечно, он там, наверное, погибнет его, это кто-нибудь. В общем, уничтожит этого судака. Ну, очень большой. А у меня родственники, ну, они в Калининской, да, жили, живут. Там они щук ловят. Такие там щуки такие огромные, больших размеров. Ну, они костлявые. Судак-то хороший, да? Судак, да. Ну, костей мало. Все остальные тут костлявые. Да, остальные все костей. Да. А судачок, а я не знаю, вот вы понимаете, как-то я, когда в молодости, ну, как не очень сильно в молодости, ела этот судак, что-то он мне казался такой вкусный, а сейчас вот покупаешь в магазине, никакого вкуса. Потому что они его неправильно, может, хранят как-то. Наверное. Замораживают не так, как надо, да? И поэтому он это, какого-то вкуса никакого я его не ощущаю. Так что, ну, ладненько, спасибо вам, до свидания. Так, ну что еще? Смотрим, а с этих рыбаков. Так, сколько там у меня времени-то уже? 11. Ну, еще можно. Ну вот, вот там кто-то катается. Так что вот это вот Питер. Питер, Питер. Санкт-Петербург. И вот так это район. Район, ну, конец Ленинского проспекта, или точно начало, начало. И как бы, как это называется-то? Ой, ну, тут вот жемчужная такая полоса у нас есть. И вот новостройки все вот там. Все новостройки. И вот за этими новостройками тут канал вот там проходит. И здесь вот залив. Ну, летом тут много камней, особо не покупаешься, да и вода, вроде говорят, грязная. Ну, вот, рыбаки ловят рыбу. Сейчас я еще их немножечко засниму и пойду. И пойду, пойду, пойду. Вот такой вот сегодня у нас рыбачный день. Классный. Ой, лед немножко попортился, сложно чинить. Так что... Не особо-то по нему кайфово идти. Ну вот. Вот здесь интересно, есть рыба или нет. Там-то у них есть. Я ж судака даже поймал человек. Так что. Ну вот так вот. Вот еще тут. Господи, ну как. Надо же, один сказал. Вы в мою удочку, ну, как говорится, заденете. А как ее задеть-то можно? Она в лунке сидит. Правда? Удочку разве можно задеть? Не увидя. Наши лунки, все видно, правда? Ну вот, вот здесь вот так вот, пока рыбы я не вижу. Чтобы тут было. Ну вот, все, наверное, всего хорошего. До свидания, пока-пока. Жду вас на моем канале. Bye-bye.